Всем привет, дорогие зрители! Как вам вид панорамный на всю Аланию? Дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции. Парадайз Алания». Нашел для вас трехкомнатную просторную квартиру с потрясающим видом на всю Аланию и на вот эти соседние здания, без них никак. Это как бы лакомка ролика. Также есть вид отсюда. Проекту 13 лет. Из инфраструктуры есть тут бассейн, открытая парковка, зона барбекю и беседочка. Для тех, кто хочет продать свою недвижимость или же желает купить любую недвижимость в Алании от квартир до земельных участков, виллы и тому подобное, обращайтесь. Можем помочь с покупкой, а также можем помочь с продажей. Съемки у меня бесплатные, дорогие зрители. Обсудим о цене. Могу оценить вашу квартиру и поставить на продажу. Продолжим тему про эту квартиру. Вот такой просторный балкон, дорогие зрители. Можно его застеклить. С этой стороны вид на Голф-Сити и на горы, на всю природу. Рядом есть инфраструктура для жизни. Расстояние от моего места до моря Средиземного максимум 1730 метров. Можно купить себе велосипед или трехколесный электрический мотоцикл. Снова хочу показать вам вид. Глазами очень красиво. Этот вид у вас никогда не закроется на крепость Алании и на море. Дорогие зрители, просторный балкон. Просторный. Гостиная комната, почти отдельной кухни. Если поставите сюда, как бы дверцу сделаете, застеклите, будет отдельная кухня. Эта квартира продается как с мебелью, так же пустой. Сразу говорю цену. Мебель с мебелью вместе, цена квартиры 70 тысяч евро. Без мебели 67 тысяч евро. Вот такой деревянный такой шкафчик интересный. Если не захотите, я себе могу ее забрать. Очень красивая, мне такое нравится. Ручное изделие. Так. Бытовая техника старенькая. Фирмы Bosch посудомойка. Пико. Такое видели? Слышали? Нет. Стиральная машинка. Два холодильника. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Холодильник Bosch. Вытяжка Siemens. Духовка, плита Siemens. Это у нас мрамор. Так. Ковер тоже красивый. Идемте дальше. Здесь у нас прихожая. Здесь у нас спальня, но хозяин сделал как гостевую комнату. Так. Здесь как минимум 12 квадратных метров. Телевизор LG новенький, только куплен. Так. Также есть отсюда выход на балкон. Вид шторы. Вид отсюда на горы и на соседнее здание. Так, вот выход на балкон. Ключи только у меня от этой квартиры. Собственник наш друг. Здесь у нас санузел. Такой санузел с душевой кабинкой. И здесь у нас хозяйская спальня со своим санузлом. Вот. Кондиционер фирмы Siemens. Два балкона, два санузла, две спальни. Прекрасный вид. Цена тоже нормальная. Подумайте, дорогие зрители,
никого покупать недвижимость не заставляю никогда. И вот у меня просто совет. Застекленный второй балкон. Эта сторона, восток, юго-восточная. Та сторона у нас была южная. И немножко запад. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам инфраструктуру. Бассейн и участок. Айдат тут на данный момент 125 лет, дорогие зрители. Наверное, в следующем году, в 2022 году, будет 150. Дорогие зрители, спустился я вниз. Вот такой лифт. 11-этажный проект. Находится на высоком этаже. Здесь панорамные окна, как бы. Когда спускаешься, вид на горы. Вот у нас здесь ухоженный сад. Открытая парковка. Здесь у нас бассейн, который спустили. Интересно. Зона барбекю. Сейчас найдем. Где-то еще есть зона барбекю. И внизу еще открыта парковка. Потому что есть дерево грейпфрутов. Надо сорвать. Так. Где мне подвести итог? Вид вы увидели, квартиру тоже видели. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Все, район Махмутлар. С вами был мистер Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.